Добрый день, друзья! С вами Квестоник. И мы сегодня с вами играем в такую игру, как Off-Road 4x4 Hill Climb Jeep Driving. Еле выговорил. Так, и здесь мы будем водить вот на такой вот воздушной навесной трассе. Вот такой вот пикап. Так, стоять. Вот такой вот пикап, ну, и главное, чтобы, ой, назад, не провалиться, ну, иначе, естественно, проиграешь. Так, это все, что ли? Так, ну, вроде прошел, теперь новый уровень. Так, какие-то ключики тут надо собирать. Так, тут здесь, конечно, очень опасно. Аккуратненько. Тут вообще прям жесть такая. Одновременно и склон, и поворот. Даже бывает дороги не особо видно. Ой, блин. Так, еще разок. Теперь очень аккуратно будем пробовать. Так. Не знаю, игра очень пока тяжелая. Ну, не очень, но такая непростая, я бы сказал. Здесь вот опасно, надо вообще медленно. Так, тихо, тихо, тихо. Так, все, один опасный участок проехал. Посмотрим, что будет дальше. Так, здесь крутой спуск. Так, я же 5 ключей собрал. Тихо. Такие вот повороты тоже очень опасные. Так, одно колесо вечно проваливается заднее. Это не страшно, видимо. Так, и вон же финиш. Такие коротенькие тут, но очень тяжелые уровни. Тут еще, кстати, на время. Так. Ну, поехали дальше смотреть, что там. Наверное, будет все сложнее и сложнее. Давай. Так. Ключи, конечно, тут неудобно расположены. Прям практически возле пропасти. Блин, это, конечно. Нет, надо его как-то забрать по-любому. Давай. Так. Ключики, наверное, надо собирать, я так понял. Так, вот аккуратно. Вот эти вот спуски не люблю. На подъемах еще вроде более-менее, а вот мне хотя тоже тяжело. Давай. Падай, только не падай. Блин. Так, ну, пытка вторая. Так, ключ. Так, сейчас, чтобы эти ключи собирать, это очень рисковать надо. Давай, выезжай. Это тут я, по-моему, упал на вот этом спуске. Хотя вроде слегонька надо проехать и все. Так, есть. Нет, не здесь. Я на этом упал, на подъеме. Давай. Я тут что-то застрял. Так, есть. Выехал. Так, а вот тут неизвестно, что пропасть или надо... поймешь. Не, не пропасть. Так, и все, я прошел. Так, поехали дальше. Ну, хоть не с первого, но зато со второго раза прохожу уровни. Главное, что прохожу.
это уже хорошо. Завершай. Так, ключ есть. Так, на тут спуск. Так, уже вроде бы научился немножко. Неудобно расположены. Ага, в поиске. Что-то я поздно его заметил, но нормально. Угу. Так, сколько же здесь спусков, блин. Так, надо аккуратно. Так, аккуратно. И готово. О. И вроде все. Но уже более-менее научился проходить эти повороты и спуски. Так, а что у нас тут? Пока нормально. Ну, машин нам новую не дают. Это, конечно, печально. Ну, ладно. Зато здесь интересно так. Играть не особо легко, но интересно. Давай заезжай. А нет, ключ так бочком зацепил, поэтому засчитала. Ой, куда ж ты едешь так? Сейчас опасно было. Так, что-то слишком много стало этих поворотов. Ладно, если бы просто повороты были, так тут еще с разными подъемами, да, спусками. Так, ну вот теперь опять подъемы начинаются. Тут вообще какие-то зигзаги пошли. Где ж там нормально? Ага, вот вроде нет. Кусочек небольшой нормальной дороги, а потом опять. Так, я вот не вижу, что там. Так, тут сейчас поворот будет. Здесь странный, конечно, этот задний фон. Тут вроде какие-то горные эти скалы, как антарктические, а там дальше через этот уже как тропики идут зеленые. Непонятно. Поехали здесь посмотрим. Так, тут вроде небольшой этот обрыв был. Стоять. Так. Что-то руль опять начинает выделываться. Не всегда поворачивают, чуть застревает, они понимают, что. Понять. Вот так, опасный участок пройден. Если дальше не будет, еще опаснее. Так, опять начинаются эти зигзаги. Очень непросто. Так, опять чувствую, что оно повторяется. Ну ладно. Так, это уже вроде было что-то похожее. Так, давай аккуратно. И очередной, уже с первого раза начал проходить. Так, разгон надо побольше набрать. Ой, так, теперь нормально все. Поехали дальше.
такие карты, не знаю, какие-то однообразные попадаются. Вот опять сейчас начнутся здесь зигзаги. Ну да, не знаю, я уже научился, в принципе, проходить, так что уже никакой сложности не вызывает. Хотя тут вроде по покруче поворотики будут. Неужели застрял? Давай выезжай же. Так, ага, там что там? Ага. Вот оно что. Там будет обрыв. Вот, видите какой. Нет. Так, а что тут? Здесь вроде попроще. Ага, тут надо вот так. Было бы проще, если бы ключи были, в принципе, на одном уровне. А не по разным сторонам. Надо будет постоянно их... А, все вроде. Ну все, с вами был Квестоник. Всем пока.